Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Известная актриса Димет Оздемир переживает тяжелый летний сезон. Комментарии Адима Фараха, который играет Энгина Акюрека, не очень хорошие. Большой интерес вызвали романтические комедийные проекты знаменитого актера, которые вышли на экраны в начале лета и могли продолжаться до зимнего сезона благодаря хорошим рейтингам. В этом сезоне Димет Оздемир встречается со своими поклонниками на канале Факс ТВ со своим проектом под названием «Адим Фарах», который фокусируется как на боевике, так и на развлечениях и включает в себя романтику. Сошлись воедино и плохие рейтинги, и удовлетворенность историей зрителей, и критика Димет Оздемир в социальных сетях в последний период и негатив в адрес проекта. Судьба сериала «Адим Фарах» пока неизвестна, но известно, что Факс ТВ уже давно не терпит низких рейтингов. Поклонники Димет Оздемир пришли на съемочную площадку, чтобы поддержать известную актрису, которая оставляла очень негативные комментарии в социальных сетях и время от времени выступала с резкой критикой. Верные подписчики знаменитой актрисы, которые поделились фотографией с подписью «Меня зовут Фара», «Приходите на съемочную площадку, посылая нам поддержку и любовь в ее новой работе», объявили, что продолжат поддерживать актрису этим визитом. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Известная актриса Димет Оздемир переживает тяжелый летний сезон. Комментарии Адима Фараха, который играет Энгина Акюрека, не очень хорошие. Большой интерес вызвали романтические комедийные проекты знаменитого актера, которые вышли на экраны в начале лета и могли продолжаться до зимнего сезона благодаря хорошим рейтингам. В этом сезоне Димет Оздемир встречается со своими поклонниками на канале Факс ТВ со своим проектом под названием «Адим Фарах», который фокусируется как на боевике, так и на развлечениях и включает в себя романтику. Сошлись воедино и плохие рейтинги, и удовлетворенность историей зрителей, и критика Димет Оздемир в социальных сетях в последний период и негатив в адрес проекта. Судьба сериала «Адим Фарах» пока неизвестна, но известно, что Факс ТВ уже давно не терпит низких рейтингов. Поклонники Димет Оздемир пришли на съемочную площадку, чтобы поддержать известную актрису, которая оставляла очень негативные комментарии в социальных сетях и время от времени выступала с резкой критикой. Верные подписчики знаменитой актрисы, которые поделились фотографией с подписью «Меня зовут Фара», «Приходите на съемочную площадку, посылая нам поддержку и любовь в ее новой работе», объявили, что продолжат поддерживать актрису этим визитом. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.